легкая и простая проводная мышь. Сегодня распакуем мышь Oklic 295M. Комплект скромный, проводная мышь и документация. Мышь сделана из черного пластика. На боковых сторонах специальная текстура, чтобы девайс не выскальзывал из пальцев. Корпус легкий и небольшой. Вес 55 грамм, при длине 114 мм. Еще радует симметричная форма. Мышка подходит как для левой, так и для правой руки. По управлению тут необходимый минимум. Левая-правая клавиши и колесико. На нижней стороне находится оптический сенсор с разрешением 1000 dpi. Что, конечно, недостаточно для серьезного гейминга или дизайна, но подойдет для повседневного использования. Теперь о кабеле. Его длина 1,5 метра, гибкий и несъемный. На конце стандартный USB-коннектор. Огорчает отсутствие защиты от перегиба. Подытожим. Это бюджетная мышка для обычной работы за компьютером. Некоторым придется привыкнуть к небольшому весу, а вот симметричная форма точно не вызовет нареканий. С такой мышкой справится каждый.